Подготовка высококвалифицированных кадров является одним из основных факторов, от которого зависит успешное функционирование всех отраслей экономики. Ежегодно тысячи выпускников профессиональных колледжей пополняют ряды молодых специалистов различных учреждений и организаций страны. 17 июля в Алмалыкском горно-металлургическом профессиональном колледже состоялась церемония торжественного вручения дипломов выпускникам. В 2020-2021 учебном году колледж успешно окончили 168 человек, обучавшихся по одному из пяти направлений – технология обогащения руд, ремонт и обслуживание автотранспорта, ремонт и обслуживание оборудования, сварочное дело и металлургия цветных металлов. В торжественной церемонии приняли участие выпускники Алмалыкского горно-металлургического профессионального колледжа, преподавательский состав, представители учебного центра АГМК, сотрудничающие с колледжем в вопросе подготовки кадров, а также депутаты городского хакимията. Во время мероприятия в адрес выпускников прозвучали слова добрых напутствий. Поздравляя ребят, выступающие пожелали, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали строить карьеру и добиваться больших успехов в работе, а также не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональной деятельности. Выпускник колледжа Джамшид Юлдошев поделился своими впечатлениями. Он рассказал, что с детства увлекался автомобилями и планировал свою судьбу связать с автотехникой. Мечты сбылись. Юноша закончил колледж по специальности ремонта и обслуживания автотранспорта. Он очень благодарен педагогам учебного заведения, которые помогли ему освоить азы профессии. А еще он очень рад, что в числе первых получил диплом и номер этого документа 001. В настоящее время в Алмалыкском горно-металлургическом профессиональном колледже обучаются 480 девушек и юношей, которые со временем, получив профессию, смогут уверенно идти по жизненному пути и внести свой вклад в развитие родной страны.